Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И, ребята, в прошлой серии мы нашли себе первый наш фосил в этом сезоне. Это вообще просто-напросто офигенно. Поэтому давайте-ка мы убьем в честь этого босса. Он, конечно, под землей, но все же, давайте, ладно. Ладно, давайте зароемся туда, да найдем его. Фу, сейчас, ребята, я так думаю, что мы себе будем делать. Что мы себе... Ты чё, прикалываешься? А, нет, у нас есть... У нас есть еще одна кирка. Так, где ты? Только не говори, что ты еще где-то там ниже. Да я же тебя слышу, зараза. Ну и где ты? Трил. Ну вот, ты где-то тут. Вот ты. Трил. Вот ты тут. Так, сейчас мы его быстренько попытаемся хотя бы убить. Ладно. Ух, нет, точно, динозавр. Ух ты ж. Да ты чё? Да ты чё, прикалываешься, что ли? Трил. Чё-то какой-то мощный, нереально. Трил. Давай. Добей его. Еще раз. Ух ты, куча там всего выпало, но у нас нету места. Так, ладно. Ух, вот, действительно, куча выпало всего. Сейчас нам бы это все повыкидывать, что у нас тут. Это можно выкинуть, это тоже можно выкинуть. Что еще можно? Это можно. Это можно. И вот тут. Вот так, отлично. Идем мы, ребята, дальше. Так, сейчас, секундочку. Так, ну что, давайте-ка мы потопаем вот сюда. Что у нас тут будет? Вот так иногда в шахту пойти проведать, как тут обстановочка, да? Вдруг тут где-то фосил заспавнился. Вот не было фосила, и вдруг он взял и заспавнился. Так, наших бы покемонов вылечить, а то всех поубивали. А, нет, это нам не нужно, что-то было. Вот тут... Тут просто нереальная куча фосилов. О, алмазики, ребята. 1, 2. То есть уже один рар кенди. 3, 4. 2 рар кенди. Нормально, если так. И если так считать, то мне кажется, нормально получается. Потому что не очень завышенная цена. Если мы так подумали, да, то у нас 5 алмазов, это получается 2,5 раркенди. Это не очень много. Фосил может. Ну конечно, это уже будет слишком, если тут еще один фосил будет, но все же. Ладно, давайте-ка возвращаться. Ну так иногда действительно можно пойти в шахту. Вот мы. Я не знаю вообще, почему я в шахту пошел. В прошлой серии почему я в шахту пошел? Просто что-то не хотелось там посмотреть. Или золото найти, или, не знаю. А, мы просто за боссами шли, да, и вот так. Там нашли золото, там пошли туда. И вот так мы, ребята, нашли и фосил. Поэтому иногда можно так даже ходить в поисках фосила, да. Так, где ты? Золото, вот, отлично. Так, там больше нифига нету. Тут тоже больше нифига нету, тоже нифига нету. Нам нужна, ребята, фосил-машина. Как делать фосил-машину, я немного подзабыл. Хотя нет, в общем, я помню, но все же нужно будет свериться, как ее делать. Поэтому сейчас мы посмотрим. Главное сейчас как-то вот тут проскользнуть. Эх, пошел бы я туда, но не хочется через воду. Фух, фосил. Ты вообще отлично так заспанился. Ходили мы по... Ух, шани. Их шаниодишь.
109 514. 109 75 514. Я помню, мы словили одного Одиша, потом мы еще одного Шани Одиша нашли, но его мы не словили, потому что... Потому что такой, как бы, покемон у нас уже был, да? Он Шани, но все же. Вот сейчас, если так считать, то в Одиша же есть две эволюции. Так, если он не словится, я не буду на Одиша использовать мастербол. Извините, ребят, если я убью Шани покемона, но все же. На Одиша мастербол, мне кажется, это слишком. Хотя нет, ребята, словили мы еще одного покемона, Одиша, то есть еще одного Шани. Это, в принципе, можно сказать, нормально, потому что у него две эволюции, и две эволюции мы уже сможем его эволюционировать, да? Так, сейчас нужно тростник собирать, и после этого, ребята, мы себе сделаем... Нет, не после этого. Сейчас мы себе сделаем фосил-машину. Сейчас мы себе будем ее делать, потому что, в принципе, у нас уже появился фосил, да, поэтому мы себе уже сможем сделать нашу фосил-машину. Вот куда ее поставить, я не в курсе, потому что, в принципе, дома у нас места толком-то нету. Хотя, давайте сейчас посмотрим. Так, где у нас там был... Вот тут обсидиан. Отлично, то есть... Я не знаю, сколько там нам нужно будет. Ну, где мы тут ее запихнем? Где мы запихнем тут фосил-машину? Ну, если вот тут комнатку такую сделать. Тут, например, машину, а тут клинер. Ладно, потом как-то разберемся. Сейчас давайте-ка мы обратно вот это все по сундукам разложим. Что тут у нас? У нас. Так, это сюда. Тут еще вот так. Отлично. И вот так, отлично. Два мастербола, один фосил. Вообще замечательно, ребята. И сколько тут у нас... Ух ты. Это уже нормально, ребята. Так. Это вот сюда. Три алмазных молотка. Нормально так. Так, что я еще хотел? 21 золото. Если так считать, то у нас уже, в принципе, нормальное количество такое... вот этого... Rare Candy можно сделать. То, что сейчас, чтобы просто-напросто не искать потом вот эти... вот эти все... Как его там? Чтобы потом не искать тростник, да? Чтобы не искать его так, чтобы у нас была хотя бы вот эта ферма тростника. Я думаю, лучше все-таки ее сделать. Так как, в принципе, у нас... Сейчас, вот так. У нас еду потом нужно будет делать. Потому что тоже еды не бесконечно, каждый раз мы деревню не будем находить, поэтому еду нам тоже нужно потом ферму будет сделать. Давайте-ка мы вот тут как-то вот так, мы же будем и выкапывать землю, и в то же время будем вот это, воду тут. Отлично. Нужно, чтобы у нас был и тростник, чтобы хотя бы была ферма, чтобы когда тебе нужно, пошел себе, взял сколько тебе нужно тростника, да, а не сколько ты пойдешь и найдешь. Поэтому я думаю, ребята, все-таки стоит себе сделать ферму тростника, чтобы всегда был тростник и чтобы его хватало. В том же числе потом себе сделаем и ферму там картошечки или еще чего-то. Так. Воду эту нужно тут. Вот так. И лопату себе нужно сделать. Я не знаю, может себе идти сделать алмазную лопату, зачарить ее там на пару уровней на прочность. Да и все, чтобы каждый раз себе не делать там железную лопату.
Я думаю, это будет нормально. И уже, в принципе, сейчас темно будет. Давайте-ка, действительно, хотя нет. Сначала у нас же кирка есть. Вот что нам сначала нужно сделать. Unbreaking, ребята. Чтобы она была нормально так прослужила. Вот, действительно. Хотя, на первый уровень, ну, давайте сейчас посмотрим. Чтобы у нас уже, в принципе, алмазные инструменты были. Вот так, Unbreaking. На какой уровень? На 12-й. Пускай будет, да. Потом еще покемонов поубиваем, уровень себе заработаем. Давайте пойдемте поспим сначала. Фух, а яблочки-то у нас есть? Мы же вроде все похавали. Которые у нас только были. Ах, твою ж. Где у нас... У нас нет яблок, чтобы сделать себе Rare Candy. Мы же себе прямо сейчас можем сделать там пару штучек. Ну ладно, так, сначала давайте посмотрим. Fossil машин. Давайте Fossil Cleaner сначала. 6 алюминия, 2 редстона, 1 стекло. Идемте сразу. У нас вроде там уже есть алюминий, даже есть уже сделанные. Ну, как сделаны? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот так. И берем отсюда, где... Берем отсюда вот молоточек. Давайте сразу же возьмем 1, 2. И в хламе у нас тут вот так. Отлично. Вот так. И начинаем себе делать. Так, это сюда. Нет, хотя пофиг. Вот так. И делаем себе, ребята, Fossil Cleaner. Так. Отлично. Отлично. Потом еще Fossil машину нужно сделать. Это уже потом. Ну как потом? В принципе, и сейчас можно сделать. Сейчас мы пойдем за обсидианом. Если у нас все ресурсы хватит, то можно себе будет даже и сделать. Отлично, 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 отлично. Так, сейчас... Ух, у нас еще и тут 10 золота есть. Так, 10 золота вот сюда. Где у нас глоустон? Глоустон у нас вот тут. 64 штуки, ну, стак может. Ну да, стак. 64 штуки, это же стак. А, у нас есть 17. 17 тростника я даже как-то не видел. 4 алмаза у нас идут вот сюда. Отлично. Нормально так. Делаем себе Fossil машину, ребята. Вот как там было? Вот так. Fossil Cleaner ставим. Фиг его знает, ребят, куда его можно поставить. Сюда, например. Хотя... Такое место, где... Где-то пускай он тут будет. Смотрим сейчас. Нет, давайте потом, когда у нас уже будет все Fossil машины. Так. Сейчас. Давайте по очереди. Вот это, в принципе, легко делается, да? Потом вот это. Давайте сначала, в общем, посчитаем. Нам нужно 1, 2, нам нужно 5. 5 алюминия. 1 редстоун. Нам нужно 11 алюминия, 1 редстоун. Нам нужно 5 редстоунов, 11 алюминия, 1 обсидиан, 3... Так, все, я понял. Сейчас, 11 алюминия сначала нам нужно, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, сколько там? 11, давайте же сразу приступим. Сейчас. 11 алюминия. 5 редстоунов, да? 6 вот этого стекла. 3. То, что нам еще сейчас нужно 2 ведра себе воды сделать. Ну, в принципе, одно у нас там есть, да? Еще 2. Пойти за обсидиан, который, в принципе, я знаю, где он, да, так как мы себе уже добывали. И, в принципе, все, да? Там больше ничего такого нету. И можно себе уже сделать... уже Fossil машину, да? Так.
И потом после этого, как мы себе уже сделаем фосил, ну, покемона, который там у нас есть. Так, сейчас, секундочку, это кто у нас? Мэджикарп. Ну, если успеем, то пойдем. И потом можно, ребята, уже себе приступать вот эти магазины, фермы тростника и вот это все. Потом мы уже себе, в принципе, даже сможем вот это все уже начать делать, чтобы у нас был Rare Candy, чтобы мы уже, ну, хотя бы не намного... Да ты ж, ладно, пропал именно тогда, как... Не раньше, не... Ладно. Чтобы мы уже могли прокачивать команды, ну, не то, что на очень там много, на очень так, как бы, не очень... Как это сказать, твою ж... Так, сейчас, секундочку. Не на очень быстро, да? А хотя бы в два раза там быстрее. Ладно, пускай там тот босс будет. Давайте уже сразу закончим вот эту машину, чтобы не отбиваться, не отвлекаться на другое, да? Сделаем себе сразу эту машину, сделаем себе фосил, фосил покемона, и потом приступим к вот этим, к Rare Candy, да? Чтобы хотя бы в два раза быстрее прокачивать нашу... ну, прокачивать покемонов, прокачивать как бы команды, да? То есть если мы просто очень медленно прокачиваем, не то что очень медленно, просто нам нужно прокачать одну команду и всех покемонов до 60 уровня. Это, в принципе, так, не очень быстро, да? А если, например, у нас там хотя бы будут те же Rare Candy, да, то, можно сказать, немного быстрее это получится. То есть, если мы там будем добывать вот эти все алмазы, железо, даже золото будем, может, иногда сами находить. И, например, вот эти все штуки, которые выпадают с покемонов, то есть яйца, да, там, курица, шерсть и вот это все, то есть, если мы сделаем это тоже за продажу, да, то, в принципе, можно сказать, быстрее у нас будут прокачиваться покемоны, быстрее мы будем ловить других покемонов и быстрее мы будем прокачивать команды. Так, что сейчас? 5 редстона. Ведро с водой. Отлично. Так, чуть я вот тут. И нам нужно еще сделать два ведра. Два ведра. Один, два. Отлично. Сейчас нам нужно... О, это кто там? Сейчас нам нужно идти набрать водички. И в принципе все, да. У нас уже все будет. Сам нападешь. Сам напал. Отлично. Так. Идем наберем воды. Да чё ты? Воды. И в принципе все. У нас уже есть все ресурсы. Нам осталось только сделать саму машину. Почистить фосил и... сделать сам фосил. Так. Да чё ты... Это сюда и вот... Carp. Так, отлично, все, можем возвращаться домой. У нас уже есть все ресурсы. Сейчас уже, в принципе, можно себе делать... фосил машину и ставить ее куда там у нас есть место. Вот я не знаю, где бы нам сделать ферму тростника, может сразу же вот тут где-то, а потом вот эту ферму картошки, вот это, ну, и другого. Потом посмотрим. Сколько там нужно? 1, 2, 3, 6 вроде. Так, все, идем делаем, ребята. Вот у нас уже и вот эта еда, которая сейчас у нас уже потихоньку кончается. Так, ну что, давайте же сразу верхняя часть. Вот. Так, сейчас. Сейчас вроде у нас идет вот так. И вот так. И сейчас, как там у нас? Вот так. Да. И вот так. Все, ребята, фосил машина, и ставим ее, я не знаю. Если она тут будет, то как-то неудобно будет. Вот это. Если, например, ее поставить вот сюда, а вот это вот сюда. Так, ну что, ребята, давайте чистим. Нет, сначала, что я хотел. Вот
так. Вот так. Все. Если так... Сейчас, кто там у нас? Так, сейчас, секундочку. Если тут вот только вот так посмотреть, у нас тут уже приблизительно, ребята, алмазов так 50, если не больше. 50 алмазов. То есть, например, стак алмазов. Стак алмазов, это у нас уже, ребята, получается... Ну, получается 30. 30 раркенди, чтобы прокачать. Например, у нас есть 30 раркенди. То есть мы сможем уже себе до максимального уровня прокачать. Ну, не до максимального, а до 60 уровня можем прокачать себе двух покемонов. То есть Инфернейп, вот, Инфернейп у нас уже 60 уровень. Эмфорос один уровень остался. За 30 раркенди себе можно будет прокачать до 60 уровня Шанделура, Венозавра и еще чуть-чуть Фирова. То есть два покемона можно себе уже будет прокачать. А два покемона это, в принципе, ребята, нормально. Поэтому уже можно себе... Так, кто там у нас? Друзья, ладно, давайте-ка мы еще и его убьем. Раз вы так уж спавнитесь, да? И можно себе уже будет делать вот это. Так, делать себе... Rare Candy кучами. Кучами как бы не очень так большими кучами, а так нормально, чтобы хватало на прокачку. Так, и еще раз. Отлично. И сейчас мы, ребята, возвращаемся домой, и уже можно себе делать... Не делать, Fossil Machine у нас уже есть, да? Ну, как бы чистить покемона и, в принципе, делать его, да? Magikarp. Так, ну что, идемте, ребята. Сначала поспим. Я так думаю, что... Да чё ты... И еще раз. Отлично. Отлично. Да что вы что прикалываетесь? Сейчас все по пути будете нападать. Ну давайте, еще кто-то, нет? Уже больше никого тут нету. Фух. Так, сюда вот это. И алтари, точно, ребята. Точно, алтари. Мы же алтари вот это все можем себе уже ставить на продажу, потому что уже... Покерадар есть, да? Мы уже себе можем это все делать. Так. Это сюда. И ну все, давайте пойдемте, ребята, делаем. Кто у нас тут будет? Я не знаю, но мне кажется, Анорит или кто-то еще там. Чё-то мне кажется, Кабутопс. Не, Кабутопс, не знаю. Сейчас посмотрим. Ну? Арчен. В принципе, тоже нормально. Сразу же его сюда ставим. И так, чтобы ультрабол не тратить. Как не тратить? У нас же тут есть обычный покебол, да? Там без разницы. Он не так словится, можно и так сказать. А, в принципе, ребят, я думаю, пускай он делается. На этом мы, наверное, все-таки, ребят, завершим эту серию. В следующей серии мы его возьмем, ну как бы мы его возьмем, но прокачать мы его еще не будем, потому что нужно докачать вот эту команду. В принципе, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.